Угошлифовальная машинка DeWalt. Состояние рабочее. Показываю шильдик с информацией. На 1,5 киловатта с регулятором оборотов. Сейчас проверим на работоспособность. Розетка уже вставлена на разных оборотах. Вторая гайка есть, контргайка не откручивается. Это было на второй скорости, сейчас проверим на последней. Работает стабильно, без посторонних шумов. В техническом состоянии выполнено хорошо.